шампанское не пьющее. О, ошейник не хочешь? Нет, это где-то еще тут баян накидал. Вот здесь. О, еще. Еще один. Пока больше не вижу. Ну ладно. Пока положу сюда. Потом будет. Да. Че, залазим? А? Залазим, о. Надо фонарики достать. Держи. Ай-яй. Не смотри постоянно. Мусора уже. Ну да. Завалено. Уже так. Бомжатник. Может, ну, щиток целый даже. О, вон еще один. Угу. Блин, да. Не вляпаться тут бы не во что главное. Жить. Ну и да. Наркоманы потусовались, сожгли вот. Вот именно в этом помещении, я знаю, когда-то жили бездомные. Ну тут видно, вон кровать. Когда у них произошел пожар, они отсюда подкрутили. К сожалению, в советское время наша власть решила не сохранять эти объекты. Не в советское. Ну, после, да, после толка сразу же. Эй, мигрант, готовься. Приняли решение, короче, не сохранять, то есть не поддерживать, дабы не тратить его огромные деньги. Да, тут вообще, короче, такой сценарий. Да, тут я говорю. Ну, это же типа бани было или что это? Оповещение. Это странно. О. Готовность начала оповещения. Дин-дин-дин-дин. Бывает. Туалет. Ну, уж даже сохранились. Ау. Внимание. Вообще навалил, а. Ну, второй. Где шапка? Ну, не, а, это второй наклонник, походу. Ну, да, либо наклонник, либо... Ну, очень похоже. Не, ну тут так минимально хабр, кстати, остался, но... Ну, очертание того, что здесь было раньше. Как остался? Чисто, знаешь... Ну, дверь, как бы, все, я тебе скажу еще. О! Лежит. Да. Не знаю, шпроты я почему-то постоянно фоткаю. Это уже, знаешь, такая уже совсем. И как всегда, да. Сейф. Он походу. А нет, это. Или не сейф. Сейф. Укипевший уже. Ну лет ему сколько. Оповещение прилив и поставка. Ну, здесь наркоманская комната. А? Это наркоманская комната, тут под ноги смотри. Постоянно. Потому что вон. О, да. Здесь уже. Варка происходит. Здесь уже другой контингент обитал. Если
в той комнате в свое время были бездомные, то в этой, по-моему, если я не буду говорить, не буду врать, но, по-моему, уже после бездомных здесь поселился вот этот другой контингент. Здесь. Да, такое себе. А, это проходная комната просто. Да, здесь проходная комната, вот тоже типа излевая поставка, там вызов, вот вся все вот эта наша шпалька. Табличка осталась. Тут еще вкусное. Комнатуха. Вентиляция. Ой, еще ничего себе. Не в каждом бомбаре, видишь, как да, довольно-таки. А ты знаешь. Но свежие. Тут наш помойка помойкой, но еще такие. Ну, не все, кстати, не весь металл спилен, на удивление. Многие чернухой не хотят заниматься, многие же только после дома. Знаешь, особенно те, у кого нет своего автомобиля. Ну да. Те, которые, знаешь, там, я в свое время видел, когда велосипедов водят. Естественно, знаешь, не в кайф черным металлом заниматься, потому что... Ну ты не заработаешь на нем, если у тебя нет машины. Ну да. Ладно. Ладно, погнали.